Всем привет! И сегодня мы собираемся пойти на пикник. Пришли в лес. Весь лес зеленый. После дождей. Возможно, что будут грибы. Не уверен, но может быть. Но мы приехали даже не для того, чтобы пособирать грибы, а для того, чтобы подышать свежим воздухом. И посмотреть на зелень. О, вот такие красивые цветочки. Сейчас я вам покажу. Ах, какая красота. А еще у нас есть такой вот цветочек. И на нем сидит какая-то мушка. А вот здесь целая поляна цветов. Вот, я нашел вот такое маленькое чудо. Занимаемся сбором грибов, но только киногрибов. Вон какое чудо. А вон еще. Вот такие у нас есть здесь грибочки. А вот такое чудо мы нашли. Сейчас мы его уже много, а мы его заберем. А вот скажите, как правильно надо срезать грибы? Ой, оно уже оказался не свежий. А вообще надо срезать грибы или нужно их выкручивать? Вот как правильно делать? Будем еще искать. Лес не простой, не сосна до березки, а лес эвкалиптовый. И мы собираем грибы в самом настоящем эвкалиптовом лесу. Это не собираем грибы, а у нас охота за грибами. Потому что найти грибок, это нужно обострить чувства, посмотреть и найти его. Но очень красивые есть цветочки. А еще охота за этими грибами осложняется тем, что количество людей, которые находятся в лесу, намного больше количества грибов, которые успевают прорасти. Тем более сегодня выходной день. Несмотря на большое количество людей, в лесу довольно чисто и очень красиво. О, а вот этот грибок, что-то интересное. Мы, конечно, не будем его брать. Я думаю, что он не съедобный, но красивый. И очень много цветов. А здесь есть следы сбора грибов на каждом углу. Я считаю, что всегда наш гриб нас ждет. Давайте вместе попробуем где-нибудь здесь найти грибы. О, смотрите. Вы увидите, а я вам покажу поближе. Смотрите, какое.
Вот он. Вот он наш. Вот он наш красавец. И кладем его к нам. На маленький ступчик уже есть. Вот еще один красавец. Прячется. Этот гриб, он большой, он хороший или он червивый? Не, здесь нем червячки, оставим, пускай кушают его жители леса. Ну еще найдем еще хорошие грибы. Сейчас начнется экстрим. Вон он там внутри, в колючих кустах гриб. Надо его извлечь. Ну, потихонечку пойдем. Ну, чтобы не сломать природу, ну, аккуратненько его извлечем. Ай, колется. Надеемся, что не зря. А может быть, он плохой. Ну, где-то должно быть, значит, еще и хорошее. Колючие кустарники. Вон какие. Вон какие шипы. Ужас какой. Это выглядит с высокой точки. Я думаю, что лес создает эффект искривления времени, потому что время проходит очень-очень быстро. Я вроде только что зашел в лес, а уже прошло больше часа. Пора возвращаться к машине, встретить всех, встретить Амалию, Иру и, может быть, и устроить маленький пикничок. Всем привет! За свежий воздух. Да. Ты же грибы покажи. Грибы? Да, я показывал, как я их собирал. Да. Я даже не сомневалась, что ты их. Вот, а сейчас документальный фильм. На ужин будет грибной суп. Нагреем сок на огне и будем пить, как в Лапландии, горячий сок. Амалия, отдыхай, отдыхай, грейся.